Экинчи сезондун кастингине биринчи Асман Кидстен кайрадан көптөгөн балдар келишти. Ал катышуучулардын бири Азиза Сапарбекова. Всем привет! Как видите, я уже дошла до третьего тура. Было очень сложно, но я не сдалась. И за время съемок и репетиций я познакомилась с очень интересными людьми и нашла себе очень новых, хороших друзей. Өткөн айлампада Азиза экинчи турга чейин жеткен. Квартеттин курамында ал балалык кайда баратат ырыныдаган. Быйыл Азиза дагы бир жашка чоңойду. Алдыга койгон максаттарына ишенимдүү кадам таштоодо. По-моему, в первом сезоне было намного сложнее, так как тогда у меня не было опыта. А после первого сезона я уже стала намного опытнее, и во втором сезоне мне намного легче давалось все. Анын талантынын өсүшүн жана аракетин калыстар тобунун мүчөлөрү кандай бааларын азырынча билбейбиз. Бирок ал эки сезондо тең бизди өз үнү менен кайдыгер калтырбагандыгын билебиз. Хочу поблагодарить свою семью, своих близких, своих родных, своих друзей за то, что они меня всегда поддерживали, давали мотивацию и всегда были рядом со мной. И своих учителей, конечно же, тоже. Бул жарым финалда Азиза Хьюман ырыныдайт. Анда тосолабыз. Maybe I'm foolish, then maybe I'm dying, 'cause I lack into truth, see what's behind. Could never prove it, so maybe I'm dying. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. Why you deceive? And what you is clearer. Why you deceive? And what you believe? Yeah, yeah. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh, some people got real problems. Some people have a lot. Some people I can't solve them. Lord, heaven's about. I'm only human after all. I'm only don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human and make mistakes. I'm only human, thought again. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Сапарбекова Азиза! Под ваши бурные аплодисменты! Вот это дерзко было, Азиза, дай пять! Вот это круто было! Азиза Азаматсын, қалы стартау, сіздерге жақты, қандай дей сіздер? Ну, это было нереально круто! Такая брутальная песня, она стала звучать по-другому. Очень интересно, какая-то другая аранжировка, другой подход к пению. Еще конец, да, еще так необычно заканчивается. Честно, мне очень понравилось. Так что спасибо. Поздравляю, ты молодец. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну и сіз кезеге толғынайым, сізде?
Азиза, азаматсың, мага айва жакты. Өнің ұшындай керемет, башқа чакен. Мындай сен ұрдағанда башқа бір ұрчыларды тура пырдавайт кенсің, өзіңдің тембіріңді көргөзіп, өзің қандай ошоны сезуатсаң, ошоны пырдайт кенсің да, бұл ең жақшы сапат. Ошол сапатыңды ары өрчіп, башкарларды дагы мындай эл укканда а бул Азиза ырдатат деген болуш керек да. Ошонунган жазба. Рахмат. Присоединяюсь ко всем словам. Действительно, все было классно. Доказывай дальше, что ты лучше. Никогда не сдавайся, если слышишь какие-то отказы. Пускай это будет только во благо тебе. И пускай это прослужит тебе таким вот хорошим пинком дальше работать и доказывать всем, что ты классная. Спасибо тебе, Лиза. Спасибо большое. Чон рахмат. Джин, ты учу гизеккельдок шейтами? Да. Дайрсы здоровы? Будем решать судьбу нашей Азизы. Давайте, члены жюри, уважаемые наши. Сердце колотится у Азизы, я прям чувствую отсюда, поэтому, чтобы не затягивать, раз, два, три. 10, 10, 9, 10. Азиза, молодец. Спасибо большое. Почти, почти. Ну, спасибо большое. Еще раз поаплодируем. Азиза все-таки достучалась до человечества нашей. Молодец, спасибо. Пойдем. Подбурные аплодисменты провожаем Азизу.